уничтожение. В бою участвуют две команды. Цель каждой — набрать максимальное количество очков. В этом режиме можно возрождаться. Очки за ваше возрождение начисляются вражеской команде. Если вас добили, противник получает дополнительные очки. На карте доступны полевые усиления. Живой щит. Игрок, который использовал полевое усиление, получает бессмертие и метку на несколько секунд. Держать строй. Игрок, который использовал полевое усиление, поднимает всю команду союзников. Персональный комплект. Игрок, который использовал полевое усиление, пополняет все патроны и спецсредства. Прямое наведение. Игрок, использовавший это усиление, получает автонаведение оружия и бесконечный боезапас на несколько секунд. Совет. Когда у вашего противника остается одно очко до победы, вам не стоит возрождаться. Это даст возможность вашей команде отыграться. Добивайтесь преимущества. Сражайтесь за полевые усиления. Удачи в бою!